Пассажиры рухнувшего в океан самолета спаслись только благодаря рыбакам. Жители Коморских островов увидели, как небольшой лайнер садится на воду и помчались на помощь. Оказалось, у машины сразу после взлета стало выливаться топливо из баков. Пилот совершил экстренную посадку прямо в Индийский океан. На своих лодках рыбаки перевезли всех людей на берег и оказали первую помощь.